В начале сентября 2013 года группе Deform исполняется 10 лет со времени того, как она первый раз вышла под этим названием на живую площадку. Мы отмечаем наш юбилей 15 сентября в клубе Rock House большим концертом, посвященным нашему десятилетию, где будут все музыканты, прошедшие со мной этот путь, там, ну практически все, там, за исключением, может быть, двух, которые просто по техническим причинам не смогут до нас добраться. Вот, это будут все гитаристы, принимавшие участие в создании материала, и в записях во всех, и в концертной деятельности. Ну и, конечно, недавно ушедший состав исполнил большой сет из 8 где-то песен, больше того, периода «Дети телевизора» альбом. Это будет и «Остров», и «Маятник», ушедший гитарист Влад, Артемий Врагов, гитарист СС первый, который был еще писал «Мертвую романтику». Все они будут присутствовать на этом концерте, исполнят некоторые номера. Вот. Я лично, для меня, для самого, это такой толерантный и очень интересный опыт, учитывая, что за все эти годы мы расставались по-разному, и отношения друг к другу у нас, в общем, если как бы, ну, такие незлобные, то, ну, в какой-то степени уже все-таки перешедшие в такой ранг окаменелости по некоторым вопросам, это я точно знаю. Но, тем не менее, как бы вот в этот вечер мы постараемся, чтобы все было как раньше. Для нас самих, опять повторяю, опыт очень интересный, и мне, в принципе, будет лучше даже, какой из составов как сыграет. Да и да, я думаю, что для каждого музыканта старого особенно это будет тоже свой род такой рыцарский выход, который в каком-то случае, в каком-то смысле, наверное, их спровоцирует на то, чтобы быть лучше другого, скажем так. Мне это очень интересно. Еще некоторые друзья тоже нас посетят, и надеюсь, что все будет как бы хорошо и зажигательно. Будет большой концерт, где я думаю, что за все эти 2,5-3 часа мы охватим практически весь, так сказать, творчески наработанный материал группы Deform за эти 10 лет.